стороны, это даже какой-то порядок. Вот. В этом что-то есть, какой-то порядок. Вы знаете, вот придет время, когда настанет такое время, когда в интернете очень наведут порядок. Интернет не будет как забор, где хочешь, напишет там слово из трех букв. Этого не будет. И это очень скоро. Мне когда-то бабушка, когда я был маленький, сказала, что ты застанешь то время, когда вода будет продаваться в магазинах как хлеб. А потом ты застанешь то время, когда вода станет дефицитом. А потом ты застанешь время. И не буду дальше рассказывать, что там дальше. Но все сбывается. Так вот, я как моя бабушка рассказываю. Настанет время, когда каждый будет отвечать за свои слова. Я уже не говорю там перед Богом, там, перед самим собой. Нет, это уже по закону. Просто отвечать. Вы знаете, свобода – это очень хорошо, это круто. Но когда люди, уже я их даже людьми не могу назвать, отморозки, слишком эту свободу портят и портят жизнь людям, это все равно до определенного времени не может оставаться безнаказанным. И к этому и идет. Начинается с маленького. Наведем порядок здесь. Давайте подумаем, как нам навести в интернете порядок вот в этой области. А теперь давайте следующий шаг, как мы можем навести порядок вот в этой области. А потом культура. Когда общество достигает определенного уровня культуры, там отпадает необходимость написать тебе какую-то гадость. Потому что смысла нет. Понимаешь? Вот. И когда мы эти составляющие будут, значит, порядок навели здесь, потом у нас уровень культуры уже поднялся на определенную планку, поднялся, и уже у нас общество, так сказать, чуть-чуть поправилась в лучшую сторону. И это все как-то оно само собой, как само собой разумеющееся придет. Но я имею в виду не так, что мы ничего не сделали, оно все получилось. Нет. Это все вытекает из определенных обстоятельств, из определенных составляющих. То есть это постепенный путь, да, маленькими шажками, чтобы никого не пугать этим, да? Ну, началось не сильно маленькими шажками, началось даже очень приличными шажками. И вообще меня очень радует, когда есть дисциплина. Нет, я к этому привык. Когда есть дисциплина, это круто. Когда есть дисциплина в любом коллективе, там, например, да, там, в любой профессии. И когда люди умеют достойно парировать, достойно ответить, ну, не хочется тратить свои силы, здоровье, нервы на пустое. Я даже не реагирую. Я так смотрел, ой, как неинтересно, пойду приберусь.